Всем привет! Сегодня я хочу показать вот такой замечательный набор для рисования для детей. Вот так он выглядит. Здесь сделан из материала, как, знаете, как пенал, наверное, да. Есть такая ручка, есть, чтобы держать. Вот, вот так вот. Так, здесь заклепка. Открываем. Сейчас я покажу вам, что внутри. Вот. А, в наборе есть несколько листов. Ну, обычно А4. И теперь загляните, что здесь внутри находится. А, то есть здесь набор деревянные карандаши. Здесь такие, как карандаши мелки. Сейчас я покажу, как они рисуют. Тут бумага есть. Вот. Ну, как карандаши такие. Не знаю, из чего они сделаны. Так, обычные. Черный. Также акварельные краски в наборе идут. Стерка, точилка. Здесь что у нас? Это, я так понимаю, замазка, что ли? Белая. Так, потом клей, наверное, да, скорее всего, клей. Здесь также продолжаются карандаши, такие мелки, и набор фломастеров. Вот, фломастер тоже яркий. Я считаю, отличный подарок для ребенка, те, кто любит рисовать, я думаю, дети все любят рисовать. И удобный, сразу очень много цветов. 168 штучек там. Вот такой наборчик. Все, кто хочет заказать такой набор, я оставлю ссылочку под видео. Переходите и заказывайте. Всем пока!